Приветствую всех на своем канале. Сейчас мы рассмотрим самый маленький номинал монеты самой большой страны в Карибском бассейне. 1 центаво 1961 года Республики Куба. Площадь Кубы приблизительно 110 тысяч квадратных километров, население около 11,5 миллионов человек. Денежная единица кубинский песо, состоящий из 100 центаво. Данная монета регулярного выпуска, такой тип монет чеканился в период с 1946 по 1961 год. Монета чеканилась 2 года, в 1946 году 50 миллионов, в 1961 100 миллионов экземпляров. Перед нами реверс монеты, здесь изображена пятиконечная звезда, символ свободы Кубы, она также есть и на флаге страны. Внутри звезды обозначен номинал монеты римской цифрой 1. Внизу монеты по чеканке 1961, вверху по окружности на испанском национальный девиз Кубы «Патрия Y Libertad» – «Родина и свобода» или «Отечество и свобода». Левее от года чеканки обозначен вес монеты 2,5 грамма, а справа на монете обозначение 250 м. Кто знает, что оно означает, пишите в комментариях, будет интересно. По окружности монеты вдоль канта точечный ободок. Теперь давайте посмотрим аверс монеты. Перед нами аверс монеты, ориентация у монеты монетная. Соотношение между аверсом и реверсом 180 градусов. Художники аверса и реверса Чарльз Эдвард Барбер. На аверсе изображен герб Кубы, состоящий из щита, разделенного на три части. В верхней части изображен ключ, запирающий вход в Мексиканский залив. Ключ символизирует Кубу, располагающуюся между полуостровами Флорида и Юкатан. Также на заднем плане видно восходящее солнце свободы. Внизу правой части видны пальмы и вершины гор, символы патриотизма, свободы и независимости. Левее три полосы кубинского флага, означающие единство трех составляющих частей Кубы. С двух сторон щит обрамляют дубовая и лавровая ветвь, внизу привязанная красной лентой. Щит располагается на ликторском пучке, это пучок из вязовых или березовых прутьев, так называемые фасции. Верх щита венчает красный фригийский колпак, символизирующий стремление к достижению высоких идеалов. Внизу монеты прописью номинала 1 центаво, вверху монеты по окружности на испанском «Республика де Куба», «Республика Куба». По окружности вдоль канта точечный ободок. Данная монета сделана из медно-никелевого сплава. Диаметр 17 мм, толщина 1,25 мм, гурт, гладкий вес 2,5 грамма. Цена монеты зависит от года, чеканки, состояния монеты и места покупки от 15,20 до 30 гривен. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.